Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Лебедев Юрий. И сегодня вашему вниманию представляю вебкаст на тему Commandlet for Each Object Windows PowerShell 5. Это уже 9-й вебкаст в группе, поэтому если вы не знакомы с циклами, условными выражениями, а также выражением switch, я рекомендую смотреть вебкасты данной группы по порядку. Сегодня мы сосредоточимся на Commandlet for Each Object и немного будем его сравнивать с циклом for each. В этом вебкасте, как и в предыдущих, мы работаем на машинке PSPC01. Это рядовой компьютер в домене Silly Local. На нем стоит Windows 10 корпоративная, русская. Ее параметры, как программные, так и аппаратные, представлены на слайде. Разбирая выражение управления потоком, мы добрались до заключительной группы, пятой. Это командлеты управления потоком. Сегодня мы будем знакомиться с первым из них. Всего у нас два командлета, это ForEachObject и WhereObject. Мы начнем с командлета ForEachObject. Как нетрудно догадаться, он делает примерно то же самое, что и цикл for each, который мы рассматривали несколько ранее, но при этом делает это поочередно с каждым элементом, подающимся из конвейера. Командлет for each object имеет также псевдоним for each, что заставляет многих путать его с ключевым словом for each, но отличие, что ключевое слово for each всегда стоит первое в строке. В противном случае это будет псевдоним. Правда, мы тут смотрели заголовки, которые можно вешать, начинающий со знака двоеточие, это исключение. Также есть псевдоним знак процента. Его тоже довольно часто используют, но он не очень говорящий. Но если знаете про знак процента, это ForEachObject. ForEachObject можно использовать двумя способами. Первый – это классический способ, который прекрасно работал и ранее. Он предполагает использование блока скрипта. А второй – это более новый способ. Он появился, начиная с третьей версии. Он позволяет вам использовать так называемое операционное выражение или Operation Statement. Его мы сегодня тоже посмотрим. Начнем, разумеется, с классического синтаксиса. Классический синтаксис предполагает, что в конвейере на вход командлету ForEachObject подается некая коллекция, и далее при помощи ключа process каждый элемент коллекции обрабатывается каким-то набором выражений. Их может быть много, там через точку с запятой перечислить и будете использовать. Если необходимо обращаться непосредственно к элементу коллекции, можно использовать либо доллар нижнее подчеркивание, как это было, начиная с версии PowerShell 2, либо начиная с версии PowerShell 3, pass item. Давайте будем пробовать. Начнем с чего-нибудь простого. Возьмем список служб, которые работают на системе, их довольно много, и при помощи select object отфильтруем свойство до name. Вот таким вот образом. Попробуем поработать с этими службами. Их тут довольно много, но я думаю, в целом нас это устроит. GetService. Отсортируем входящий поток по статусу. И далее через forEach, или если хотите forEachObject, неважно, как вы его перечислите, мы можем сделать какое-то количество действий, которые мы захотим. Например, writeHost, обратиться к элементу passItem и вызвать его какое-нибудь свойство, например, name. И сделать это вот так вот необычно. В целом, что вот это вот действие выбирает имена? Что вот это вот действие выбирает имена? Просто здесь мы этих действий можем сделать гораздо больше и посмотреть на них. Возьмем одну службу, обратимся к ней как к коллекции, вытащим первый элемент и посмотрим, какие у него есть свойства. А здесь мы видим что? Здесь мы видим, например, имя. И видим, что сервис может зависеть от какой-то коллекции других сервисов. Это довольно интересно, это же коллекция. И давайте наш цикл усложнять. Как это будет выглядеть? Оставим имя, но немножко от него отступим. Сделаем некий счетчик. И в него положим следующее. Так как у нас есть passItem, у него есть свойство serviceDependentOn. И раз это коллекция, соответственно, у нее есть параметры, ну, такие как length или count, как вам больше нравится. Мы это значение положим в $C и затем попробуем его вывести на экран. Как мы это сделаем? Очень просто. Тот же самый writeHost. И в нем, например, как-нибудь вот так вот это сделаем. По-моему, неплохо. Добавим еще переменную. Вот здесь вот $t равную escape символу табуляции.
И сюда еще табуляцию в конец вставим, чтобы отступить. И давайте уж тогда на новую строчку переходить не будем. Так, это можно закомментировать. Это можно закомментировать. Смотрите, у нас получается, если у сервиса есть зависимости, мы их тут можем видеть. Это довольно удобно. Ну а далее вы можете делать любые более сложные действия. Например, если это коллекция, соответственно, доллар C должен быть больше, чем 0. Давайте сделаем подобную проверку. Если доллар C у нас больше, чем 0, то в таком случае мы можем какое-то действие сделать. Какое, например? В этом случае мы можем взять текущий элемент PassItem SourceDependent on и точно так же через ForeachObject перебрать его. Хотя могли бы здесь, например, просто цикл forEach использовать, но так как Webcast про ForeachObject, мы будем работать с ним. Ну и вытащим что? Вытащим на экран WriteHost для начала парочку табуляций. Еще одну табуляцию. Без перехода на новую строчку. Еще один WriteHost. Например, статус. Ну и давайте зададим сразу табуляцию, тоже без перехода на новую строчку. И в конце добавим еще имя службы, от которой мы зависим. Отлично. При этом имени службы уж можно что-нибудь передать. Например, пусть это будет темно-зеленый. Пробуем. Ну, смотрите. У нас вот тут набор служб, от которых зависит та или иная служба. Получился довольно красивый скриптик. Следующая вещь, которую нужно знать про блок скрипта. У командлета forEachObject у нас есть на самом деле три блока скрипта. Первый из них процесс, который мы с вами уже посмотрели. Это позиционный параметр. Помимо него есть скрипты begin и end, которые могут выполниться до начала обработки и, соответственно, после того, как обработка будет завершена. И это довольно интересная вещь. Давайте попробуем что-нибудь для начала добавить, а потом уже посмотреть, как это будет выглядеть. Вернемся к нашему выводу. Здесь все здорово. И в нашем верхнем скрипте, да, getServiceForEachObject, это у нас ключик process, как мы уже знаем. А перед ним мы еще добавим этот, перенесем на следующую строчку, чтобы он вот здесь был. А перед ним добавим еще один. Он будет называться begin. В нем тоже будет какое-то действие, а потом будет переход к процессу. В нем мы тоже сделаем небольшой вывод на экран. К примеру, напишем каких-нибудь хэшей. 35 раз, например, будет достаточно. Два раза мы его напишем. А посередине выведем название. WriteHost, $t, потом еще что-то, потом $t. И здесь у нас будет demo partial repot. Пробуем. Такая вот красота. Единственное, что я бы тут вначале еще добавил очистку экрана. И вот эту штуку написал бы красненьким. Отлично. Вот весь вывод. Если подняться наверх, то, пожалуйста, demo partial repot выполняется один раз. Потом перебираются все наши элементы, вся наша красота и заканчивается все это дело. Если мы хотим расширить наш функционал, здесь же, например, в этом же блоке я мог бы еще что-нибудь объявить. Например, я могу объявить какую-нибудь переменную. Пусть эта переменная будет называться SP. Это у нас будут так называемые standalone процессы. И переменная dependent process DP тоже пусть будет равна 0. Отлично. И что у нас будет происходить? Если у нас процесс if процесс больше нуля, там у нас какая-то обработка идет, мы сразу будем говорить, что это у нас процесс зависимый. Мы его будем наращивать на 1. А иначе, else, так, что-то не там я пишу else. Давайте смотреть, if открыли скобочку, открыли. Вот if где закончился. Поэтому вот здесь вот будет else. И в противном случае мы будем $standalone process тоже увеличивать на 1. И в самом конце нашего блока, вот у нас begin блок закончился, процесс закончился. У нас есть блок, который называется end. И в нем тоже можно много всякого разного указать.
Чего, например? Ну, давайте возьмем те же самые отступы. И выведем некоторый отчетик. Write host report. Summary. Пускай тоже будет красный. И здесь мы выведем чего-нибудь такого. Standalone process $SP. Собственно, dependent. DP. Пробуем. И у нас в конце еще тоже появился еще один блочок, который подсвечивает, как это у нас все происходит. Ну, я думаю, неплохо. Ну и, наконец, можно было бы сделать какую-нибудь подобную штуку, например, write host total process count и здесь их сосчитать. Если нужно заставить это выполниться, соответственно, мы тут отступим немножко, а здесь сделаем $SP плюс $DP. И вот такой вот отчетик у нас получится. Пожалуйста. 246 процессов. Соответственно, независимые процессы, стендалон, зависимые. Чуть-чуть раскрасить вот этот код, который полностью построен на командлетах for each object. И у вас получится прекрасный отчет, в котором, в общем-то, все есть. Все, что хотите. Блок process. Там же блок end. Соответственно, блок begin. По-моему, прекрасно. Можно еще вот так вот сделать. Тогда можно будет и это тоже все свернуть. Несколько блоков, которые мы все можем использовать. Следующая вещь, которая у нас осталась здесь, это последнее, что нам нужно рассмотреть по командлету for each object, это операционное выражение. Та самая новинка, которая появилась в PowerShell 3 версии. Что позволяет делать операционное выражение? Операционное выражение позволяет обращаться к некоторым членам объекта, то есть к его свойствам или методам, и выдергивать их. Давайте посмотрим, как это выглядит. Возьмем вот эту вот замечательную штуковину, которую мы использовали раньше. Сюда вставим. Эта штуковина позволяет нам сделать следующее. Она выдергивает свойства из возвращаемых объектов. Как мы то же самое делали при помощи for each object? Мы делали следующим образом. Допустим, getService. Далее, for each object. И классически мы делали процесс, и в нем, обращаясь к элементу, выбирали его имя. И получали то же самое. Это то, что у нас всегда было в PowerShell, начиная со второй версии. Что появилось в PowerShell, начиная с третьей версии? Тот же самый getService, тот же самый for each object, но появился ключик, который называется memberName. Ну, его, разумеется, он тоже позиционный, когда фигурных скобок нет, поставляется он. Когда фигурные скобки есть, поставляется process. Если мы выбираем memberName, то мы можем указать конкретное свойство, например, name. Это как раз то самое, что появилось в PowerShell третьей версии. И, пожалуйста, он выбрал то же самое. Можно использовать только один единственный член, который вы будете выдергивать из вашего объекта. То есть это может быть либо свойство, либо метод. И это довольно интересно с этим. Возьмем, допустим, какую-нибудь выборку. getProcess-name edge. Так. Как он там называется-то правильно? Microsoft Edge. Угу. Выбрали. И через forEach object можем отобрать какие-то части. Например, process name. Пожалуйста. Или, например, там может быть это какой-нибудь handle count. Пожалуйста, числовые значения. Но аргумент может быть только один. То есть, если вы пробуете сюда добавить process name, он все подставится, но выдаст вам ошибку, потому что принимается только единичный объект. Но в этом есть и довольно интересная штуковина. Смотрите, мы выбираем какое-то количество имен процессов. Здорово. А дальше у нас это уже набор строчных значений. То есть, если взять вот эту строчку и обратиться к первому элементу,
GetType, мы видим, что это строка. А у строки есть свои методы. Ну, через GetMember можно посмотреть. Их там довольно много. В том числе, например, верхний регистр символов или по аналогии в нижний регистр символов. To up и to lower. Два метода. И forEachObject позволяет вам точно так же обращаться и к ним. А именно как? forEachObject. Выбираем. Ну, member name можно, конечно, опустить, но подставим его и выберем to up. Причем скобочки здесь не нужны. Просто обращаемся к методу. И, пожалуйста, он задрал нам все их в верхний регистр символов. По умолчанию, пожалуйста, иначе верхний регистр символов. Вот, правда, очевидный вопрос, который тут же возникает. Хорошо, вот у нас тут там процессы. Если мы их не будем фильтровать, мы просто там через forEach object выберем какой-нибудь, допустим, member name, process name. Вот они у нас все разной длины, а мы бы хотели, например, там оставить, ну, допустим, три символа. Ну, отлично, есть же специальный метод substring. То есть даже forEach object минус member name substring, который обрезает строчку, но substring требует аргументов. И вот на этот случай у нас возникает commandlet argument list, который позволяет все аргументы без всяких скобочек передать сюда и обрезать имена до трех символов. Правда, там учтите, что вам нужно еще обработчик ошибок. Если у вас будут имена короче 6 символов, то в случае попытки обрезать элемент, который короче, чем 6 символов, вы получите ошибку. Что ж, будем подводить итоги. Вот мы познакомились с командлетом forEachObject. Надеюсь, все, что вам может потребоваться, а именно, как выглядит командлет, как записывается блок скрипта, как можно использовать несколько блоков скрипта, то есть не только процесс, но begin, end к ним добавить, а также как использовать операционные выражения, я показал. На этом данный вебкаст завершен. В следующем вебкасте мы еще вернемся к теме как раз новинок PowerShell и его отличия второй и третьей версии в командлете WareObject. Он заключит нашу группу, посвященную управлению потоком. На этом все. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы и пожелания, присылайте их мне в почту на lebedefury@gmail.com. Подписывайтесь на новости у меня в блоге на lebedefom.blogspot.ru. И все мои материалы собраны и каталогизированы у меня на сайте. Пройти комплексное авторизованное обучение по Windows PowerShell вы можете в учебном центре Softline Education. Ну а за мной наблюдать можно при помощи моих социальных сетей. На этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы!